Ну, вот как раз осталось это и дело, чтобы в конце, значит, сравнить, что бывает без сил коридора и с силами. Да, на самом деле. Нет, а что? Разве из ваших, вы же при всех это делали? Мне кажется, это вам легко сделать. Да нет, но это сделать несложно, конечно, это все понятно. Нет, просто вы разве L равно не рассматриваете? Ну, я как бы, ну, на самом деле, мы просто хотим про более интересный случай, заняться. Уж L равно L, как бы, вроде так, все известно, и танец вы... Ну, вроде как, с точки зрения этого подхода можно было бы и рассмотреть L равно L. Сейчас, ну, хорошо, вы не рассматриваете, но вы же литературу читали, тайфун бывает при L равно L? И при вашем случае, когда L больше нуля бывает, в устойчивых, хотя бы, ситуациях, тайфун. То есть что там получается? Ну, даже из ваших хорошо видно, что при равном нулю не бывает, там же у вас это самое запрещается, как раз устойчивость. Вот, значит, не бывает. Вот уже, так сказать, я за вас, так сказать, как бы говорю. Значит, а у вас бывает, а там не бывает, да, судя по тому, что происходит. Ну да, ну ясно, нет, понятно, что при больше нуля как раз, видимо, будут, а при равном. Осталось только, чтобы модель соответствовала действительности. Ну, она как раз соответствует, уже до этого вот были линейные, нет, ну как раз потому, что до этого были только линейные рассмотрения, это известно довольно. Известно, что ни одна модель не соответствует. Нет, ну это понятно, что я имею в виду, что до этого это были только линейные модели, и как бы они вот некоторые не объясняли феномены. Естественно, вот сейчас решили квадратичные, потом изучат квадратичные, перейдут к кубичным. Там эти, знаете, институты тратят деньги на то, чтобы тайфун там предсказывать. Конечно, это сейчас в Тайване, насколько я понимаю, популярный. Известный вопрос. Да. Как-то раз Красносельского вопроса международной конференции сказал, ну, говорит, для того, чтобы выбрать модель, говорит, должен иметь вкус и опыт. Да, ну, конечно. Я думаю, как твои деньги приносят. Энрико Ферми, более прагматичный вопрос. Энрико Ферми придавал огромное значение выбору задач. Вообще, это, так сказать, очень важный момент. Он вообще вот к этому, к выбору задач относился исключительно трепетно. Ну, 9 Нобелевских премий по расчетам, так сказать, там этих. Но очень так вот внимательно. Какие задачи, как вы это учеников день? Не-не-не. Там учеников у него много времени, но про расчеты его учеников у него самого примерно 9 Нобелевских премий, результатов, которые как бы Нобелевские. Мы дали одну Нобелевскую премию, но. Она была 10 Нобелевских. Да, так сказать, а там у учеников у него тоже как следует. Недавно один французский экономист выступал в Москве и говорит, что у Карла Маркса должно было быть 3. Еще, пожалуйста, вопросы. За развал Советского Союза. А, за Советский Союз. Какая все-таки электрическая функция получилась? Какая электрическая функция? Ну, там и F, и P, они там, по-моему, я бы написал-то на самом деле в этих. То есть явные выражения есть? Ну, есть. Ну, то есть это мы вынуждены были пренебречь. Сейчас найдем, Ну и сравнить, и чего. Вот этот ужасный. Электрический интеграл получается, да? Да. Как-то вот там из-за того, что корень из W, надо это W. Ну это вот надо все смотреть, но на самом деле, конечно, там, ну, не сказать, ну оно, как бы, конечно, это некоторые махинации. Не, ну в плане надеяться, конечно же. Ну, надо просто аккуратно посмотреть, на самом деле, когда оно годится, когда нет. Просто все зависит от каких-то колен. Но в любом случае, просто это приятный какой-то момент, мне кажется, который вот в такой вот какие-то жуткие вычисления вдруг получился какой-то более-менее приятный. Поэтому совет не показывайте эти интегралы на настройках. Нет, ну я просто так оказываю, а уж я... Ну, то есть, как бы... Что-что-что? Ну нет, ну это более-менее еще красиво смотрится. Ну это же, ну, во всяком случае, в сравнении с невзятым интегралом. Переписать можно, чтобы электрическую функцию явно там, Вейерштрассе или Якоби, нужно как-то все переделать. Ну почему нет? Ну это тоже, почему это принято, и принято обозначить. Это все зависит, опять же, от предпочтения. Кто-то любит фит, который вот пишется с этим вот черточкой вертикальной, кто-то, который со слэшем. Вот с черточкой. Это с черточкой. Но это вот все зависит от предпочтения. Вот у вас, видимо, больше механические предпочтения. А F это что такое? F? Ну там, ну какие-то там родов разных этих. Ну, это у меня написано в статье. Ну, в сборнике тезисов написано. Это первого рода. Просто могу сказать. А вот это третьего рода. Ну все, ладно. Просто я не буду сейчас все функции. Все, что написано на слайде, вы должны помнить. Я хотел бы поблагодарить.